Всем здравствуйте, у нас сегодня рубрика «Советы и рекомендации». Хочу поговорить с вами про теплый пол на балконе с холодным остеклением. Многие спрашивают, стоит ли укладывать теплый пол или не стоит, зачем, да, и можно ли его уложить там, где холодное остекление. Вот, ответ. Если у вас холодное остекление, то нет смысла ставить теплый пол. Но в данном случае мы его поставили только потому, что в дальнейшем заказчица будет менять холодное остекление на теплое, и потом в итоге, когда она все это поменяет, у нее будет теплый балкон с теплым остеклением, и также терморегулятор, теплый пол, он будет как никогда кстати. Если бы у вас было наоборот, то есть как сейчас холодное остекление, и вы пользовались бы плотно теплым полом, то он бы работал в холостую, потому что при холодном остеклении у вас лоджия холодная, и, соответственно, теплый пол будет, во-первых, очень долго нагреваться, и теплоотдача будет минимальная. А когда у вас теплое остекление, теплый балкон, соответственно, от теплого пола гораздо больше пользы, чем в противоположном случае. Также такие моменты, такие советы вам дадут наши специалисты, когда приедут к вам на замер, на обсуждение вашего ремонта, и вы получите правильные ответы, как использовать те или иные моменты, да, в вашем ремонте. И мы будем рады вам помочь в этом.